В городе Сунджа по улице Харланова уже больше месяца течет то питьевая вода, то канализационные стоки. С просьбой разобраться в ситуации жители обратились на национальное телевидение. Наша съемочная группа выехала на место. В чем же проблема, расскажет Мадина Пугоева. Ручеек бежит, а люди негодуют. Это сейчас вода напоминает родниковые, а еще пару дней назад по этой улице текли самые настоящие канализационные стоки. Источник неприятной проблемы – вот этот двухэтажный дом. И таких ям здесь целых 4. На вопрос, откуда течет вода, жильцы проблемного дома отвечают – из-под земли. Водопровод, судя по всему, проложили с нарушениями. Вот Цукалхай Ульгич Дади, никакого доступа к трубе нету. Забетонировано. Пол положили, все. И кайхан, питьевая вода, смешиваясь с нечистотами, течет по улице Харланова уже больше месяца, заставляя местных жителей испытывать неудобства. К тому же невыносимая вонь оказалась еще и травмоопасной. Вначале штгулден, халдях кадр, то акарк ждален. Усхаин от этого запаха дариханзер фудерсоусом. Цехадок муханцы, погурин, а ежа, полностью батачер мякайс. Баргу еще взять, так нам язык более-менее ус. Чего невозможно, я рухчу с первых дней из июля начан вообще. Прорыв водопроводной трубы принес немало хлопот и жильцам проблемного дома. Те, кто живут на первом этаже, уже подсчитывают ущерб. Капитальный ремонт в квартирах, видимо, придется делать заново. Цальшу от Адель Ехтер, Султиха потихоньку, хахош, 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 хадир, хадижат. В то время как жители нескольких сельских поселений испытывают острую нехватку питьевой воды, на улице Харланова ее с избытком. Стоит только догадываться, сколько кубов чистой живительной влаги ушло под землю за неполный месяц. Товарищество собственников жилья в этом доме нет и не было и доселе. Ответственными за ремонт водопроводной трубы они считают местную власть, которая, впрочем, вины с себя и не снимает. Этот вопрос они обещают решить в кратчайшие сроки. День, да, вот это вот мы устраним. Хорошо. Администрация вот это вот устранит. Мы посмотрим, откуда эта вода течет, что с ней. Хорошо. И мы вот это вот устраним. Вопрос, как именно будут ремонтировать водопроводную линию, проходящую прямо под двухэтажным жилым домом, пока остается открытым. Так или иначе, наша съемочная группа будет следить за развитием событий. На улицу Харланова мы вернемся в ближайшее время. Мадина Пугоева, Хамзат Халухоев, Новости 24.